куда мы перейдем-то? Ладно, я перехожу, прикрывай меня. Я, а ты думал? Это жена была. Капец, блин. Умираешь и умираешь только. Пошли! О, проклятие! У нас гости! Все, подводник! Рейсовуй его! Есть, мочканул двоих. Какой-то пулемет, бля. Да ёпана бог. В принципе, удалось все. Проклятие. У нас гости. Прикрывайте меня нафиг. Сейчас ему будет весело. Есть прямо в лоб ему нах. Капец. Там война какая-то. Давайте с пушек в них стрелять. Нормально. Порох меня взорвал. Мама. Капец. Надо выбираться. Фу, я живой. Капец, у меня такой был классный автомат. Просто пушка. Да блин, ну все, как всегда. Ладно.
Есть, готов. Ай, блин! Есть, убил. Зря ты это. Мама. Ага. Да блин. Вот так вот. Фу. Черт побери, я красавчик. Так. А, еще вот тут РПГ было. Отлично. Шикардос. Фартануло. Че скажешь? А что такое? А что делать-то? Да блин, куда бежать-то? Ой, блин! Мама. Отстреливался я бесполезно от него.
Почему? Потому что мы с тобой крутые. О! Мама. Ё-моё. Надо было пистолет брать. Сам сдох. А, нет, ни хрена не сам сдох. Какого? Ох и свобода. Да, в голове звучало лучше. Молодец, парень! Ты меня выручил! Давай сюда, я тебя вытащу. Капец, дед. Спасибо. Ты вовремя. Хотя в этой части во второй, ой, в четвертой тебя мало. Такой прыгнул. Рад тебя видеть. Ты как всегда вовремя. Ну я... Как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Эй! Вот они. Эй. Все нормально. Так, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... А, это все. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Хорошо. Была пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, ха-ха. Пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасом. Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю, на тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Эй-эй-эй, извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Угу. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К золоту. К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, нахрен уже... Рейфа. Так... Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. На своем корабле. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв, пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они... не понимают. Они понимают. Да, братан. Еще как. Ясно.
Они насмотрелись на такую одержимость. И сам. Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Где самолет? Вон там. Далеко? Не очень. Прямо за город. Что-то как-то тут все странно, ребята. А вдруг наемники ждут нас у самолета? Не ждут. Почему они так уверены? Потому что они идут к сокровищу. Угу. А мы идем отсюда вон, да? А тут где-то тоже есть сокровища, потому что я же не нашел все. Не обыскал. Опа! Есть контакт. Ты-дынь! Каменный кувшин. Блин, я еще где-то упустил один. Еще возможность один осталось найти. А один где-то я профукал в драке, видимо. Так, большой город у них тут был. Но я все поражаюсь. Кто им тут это все строил? Укрепление, тут смотрите, пушки. Если бы тот с моря приплыл бы, да? Пуф-пуф, парабуф. Высоковато. Как ты попал сюда? Спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Угу. Они меня уже тут опередили, да? Ладушки. А куда нам? Где корабль-то наш? Самолет. А, вон он, самолетик наш. Самолет, самолет, самолетик мой. Ты-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Спрыгнул оттуда. Но назад не забраться. Высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Да вон телега стоит. Сейчас подтолкнем ее. Да, помоги. Сильные. Хорошо. Мы. Эй, вам помочь? Нет, спасибо, справимся. Ты, блин, два патрона. Вот что мне с ними делать, с этими двумя патронами? Не знаю даже. Все, тут сокровищ нету, да? Где сокровище-то еще одно осталось? Может, в другом месте? Не знаю. Это интересно, какая глава-то? Последняя, предпоследняя. 20-я, да? Но они больше 20 обычно делают. Угу. Как Сэм согласился пойти назад, непонятно. Он же так одержим сокровищем. Выход, выход, выход. Ну. Тяжело понять пока. Что тут есть? Ну вот подняться, наверное, можно. Народ! Сюда. Вот я вышел.
А вы не знаю как. Угу. Облём. Так, сокровища не видно. Мы уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. Но добираться далеко. Да вот, я вижу, куда. О, вы посмотрите. Это похоже на фуникулёр. Думаешь, работает? А как его включить-то? А-а-а. Мама. Ты сам прыгаешь так громко, аж напугал меня. Так, мы отсюда пришли. Куда иду я с питочком? Большой-большой секрет. Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Ты что творишь, Нэй? Пока не знаю. Может добраться до деревянной платформы внизу? Чё ты творишь? Есть идея. Нэй, помоги мне. А, ну давай, вот. И? Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Давай, Найт. Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Я все. Вот и мы. Давайте, вставайте. Ладно, мы готовы. Поехали! Слабые инженеры, как и пираты. Это еще ничего, ты бы видел их есть. Держись! Все целы! Залезай, Нэй! Залезай, я помогу. А я что делаю? Сейчас упадем. Да я знал. Я так и знал. Сэм! Сэм, давай! Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Гора-то рядом. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто братан, прыгай. Пойдем домой. Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Сюда. Может, догоним. Я его спасу, и он у меня получит. Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть после всего, что с нами... Ему мало? Он хочет пошли искать свою прелесть найти. Золото. Трудно его в чем-то винить. Самое главное, что у меня и патронов-то нет. Да, домики тут, конечно, уже... Раздолбаны хорошо.
Бульк-бульк-бульк, упала бутылка. Опа! Расписная ваза с узким горлом. Не понял, так и вроде я ее уже находил. Ой, елки-палки. Ну и ладно, все, видимо. Это последнее сокровище. И куда? А, толкать надо. По этой штуке можно перелезть. Давай. Так, держим. Кого держите-то? Вы что встали-то? Готов? А, вот так вот, да? Ну-ка. Есть. Так. Нифига, у них даже тормоз был. Видите? Не получится. Эй, давай. Нет, сейчас. Давай. Давай ты один. А они уже потом тебя подождут. Давай. Чтоб тебя. Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Мы умеем. Это нечестно. А? Ты помнишь посуду по очереди? Вот, только попробуй не вернуться. Это точно. Люблю тебя. Он вернется. И я тебя, ковбой.